уже не пройти за машину, уже на прохожую часть ставят машины. Ну и дороги делать, основное, дорог нет. Вот такие вот траншеи, которые по всему городу разрыты, их нужно делать как можно быстрее, потому что тянутся стройки порой годами. Люди испытывают дискомфорт, просто не идут по улицам из-за этого. Не хотят пачкаться, не хотят перебираться через окопы. Я думаю, что у властей достаточно средств, тем более в Одессе. Дороги, парки. Парковка, и так, конечно, немножко страшненько есть виды такие. Есть резервы, и с точки зрения организации, и сжатых сроков, наверное, не нужно сегодня ставить леса и потом 3 месяца ждать рабочих. Да? Наверное, нужно поставить, сделать, перейти к следующему дому. Дуже засмічені пляжі, берегова зона, все забудовано. На старыми зданиями, в первую очередь. Как-никак, это то, что привлекало больше всего людей. Вообще за Одессу обидно, потому что приезжают туристы, все это ж наше лицо. Нужно развивать больше прибрежные зоны, потому что они, конечно, оставляют желать лучшего. У нас пляжи не очень такие чистые, они очень загрязненные, особенно летом, когда много туристов. То есть проблема в том, что даже негде сесть, и они очень грязные. Маяковского и туда, я забыла, как называется, прохожу, сердце кровью обливается. Такие шикарные, красивые дома. А дом Русова, что тут говорить? Тут можно говорить обо всем, об улицах, о тротуарах, по которым спотыкается. Вчера шла женщина, упала тротуар, клок выдран. Приезжали друзья из Прибалтики, которые были пару лет назад, и по ихнему мнению город стал выглядеть хуже, безобразнее. То есть, ну, я думаю, вы сами все видите.